Всем физкульт привет! Алга, Казахстан! Пришел болеть, смотреть на красивое зрелище. Все казахстанские команды представлены, ты еще наши гости. In Kazakhstan my first time. I'm very happy. У нас страна, которая номер один в Азии. Таких гонок, я считаю, должно быть и может быть больше. Сегодня это другой уровень, это профессиональные гонки. Самая большая сложность – это мокрая дорога. This is cold, very cold. Все настроены, даже не помешает нам такая погода. Все готовы. Начинают и мышцы сковывать, мерзнет организм. Не всегда получается доехать до конца. Good cooperation from the police. The security was good. There was no car. The road were completely closed. So very good partnership with the city. The race was active from the word go, from the very first meters. A lot of space for attacks and counter-attacks. Мы понимали, что нас уже четверо, и нам надо было как бы делать отрыв хотя бы минутный, и пришлось так хорошо включиться, и было очень тяжело на этом кругу. I saw them in the frame, the riders who just, they weren't up to it, because the race was pretty fast, considering the weather conditions. За пару кругов до финиша я уже сделал свою сольную атаку, чтобы сохранить ребят. Довели отрыв до практически до 3 минут. Ну, Алексей такой по натуре, то есть он не хочет ждать финиша, хотя финиш у него хороший. Я думаю, что он приехал даже с ними, он бы... Ну, он, наверное, побоялся, что начал нервничать, что может группа догнать. Третье место! Мирсамат Пурсиди-Галахор, Иран! Второе место! Ди Григорий Реми, Франция! Халықаралық веложарысының бірінші этапында бірінші орынға ие болған Алексей Луценко, Казахстан! Тара против! В принципе, кто не рискует, тот шампанское не пьет. Первого дня, считаю, неплохо отработали. Завтра еще тяжелый день. Я думаю, нам предстоит еще много работы.